Строительство социальных объектов в приоритете. Каждую субботу представители администрации Химок посещают стройплощадки, на которых в скором времени появятся детские сады, школы, медицинские, спортивные учреждения и другие. Эта суббота исключением не стала. Глава администрации округа Владимир Слепцов побывал на двух объектах в Старых Химках. Там уже проводят внутренние инженерно-технические работы и благоустраивают территории. После этого планируется отделка внутренних помещений. В строительных субботах традиционно принимают участие профильные подразделения администрации, управление строительства, образования, заместители руководителей и начальники территориальных управлений, а также общественники. Процесс возведения социальных объектов в городском округе проходит под их контролем.